Также у меня есть грифельные карандашики от Vivienne Sabo, и этот карандашик в номере 304. Обожаю этот цвет, он между таким серо-синим, непонятно, то ли он более серый, то ли он более синий. Очень люблю вот такие вот непонятные цвета, они подходят под многие макияжи. Отлично работает, отлично дает свой цвет, просто красота. Но, честно говоря, девочки, я все-таки склоняюсь, наверное, переходить больше к гелевым автоматическим карандашам, хоть они и расходуются быстрее, но ими также и проще пользоваться. Сегодня хочу показать вам свою новинку. Консилер от фирмы Beauty Care в номере 001. Девочки, очень светлый, нежный, такой тонкий консилер. И при этом он чуть-чуть подсвечивает. У него есть такая легкая-легкая блестинка. Пробовала впервые. Честно говоря, осталась очень довольна. Вроде бы я еще не рассказывала вам о моем карандашке для бровей, который называется натуральный карандаш для бровей CC Brow, цвет 01, серо-черный. Кстати говоря, для бровей у меня есть несколько карандашей разных фирм, но теми карандашами я рисую и стрелки. А этим карандашом я только заполняю брови, даже не рисую их, а просто заполняю и сверху покрываю пепельно-коричневой тушью. Очень люблю сочетание этих теней от Jade и помадки от Caroline в номере 537. Мне кажется, они прям были созданы друг для друга. Кстати говоря, вот на камеру она выглядит немножечко светлее все-таки. Вот иногда помада есть ярче, а это как бы а-ля светлее. Но, в принципе, они очень даже похожи и очень, на мой взгляд, смотрятся хорошо. Также мне кажется, что моя помадка из проекта от фирмы Bite, название «Чай», также очень хорошо подходит и под эту кофточку, и под эти тени. Кстати говоря, тени от Jade отлично держатся целый день. Сверху тенюшки от Essence с линейки Magic. Обалденно держатся. И моя помадка, как видите, все продвигается к концу. Доброе утро! Вот тут у нас на переходе растут маленькие невысокие такие кустарники, и вот они цветут, называется жакиния, рядом с большим толстым деревом. И вот эти цветы такие симпатичные, такие приятные. Хорошего всем дня. У нас зацвели все цветы, и в том числе даже и деревья тоже. Это дерево называется дзен плосковеточный. И вот на нем появились маленькие такие красивенькие беленькие цветочки. Видно ли вам? Да, видно. Вот. Очень интересные цветочки. Моя пудра от Essence Skin Loving Sensitive. Минеральная пудра. Кстати говоря, номера здесь нет. Мне кажется, что она идет всего в одном номере. Девочки, когда я показывала ее в косметичке, то она имела вот такой прозрачный сводч. Но на самом лице оно выглядит довольно плотно. И неважно, как вы наносите или кистью, или спонжем, оно имеет хорошее такое плотное покрытие, практически как мейкап. Поэтому иногда мы ведемся на сводч и смотрим, что такое полупрозрачненькое, но нет. Это довольно плотная пудра. У меня остались только одни голубые почему-то карандаши. Меньше всего они были сейчас использованы в конце зимы, начало весны. И сегодня с карандашиком от Manhattan в номере 004 Aqua Sparkle. Очень приятный, нежный, такой голубой, очень красиво отдающий цвет. Скоро у меня начинается отпуск, поэтому мы продолжим перебирать все мои карандашки. И надеюсь, что скоро мы их всех все-таки переберем. Начинаю обратный отчет к двухнедельному отпуску. И, наверное, решила немножечко отойти от проекта и воспользоваться помадкой от Mary Kay в названии Shell. Очень приятная, нюдовая такая коричневатая помада. Отлично наносится. Я думаю, что на нашу вот эту жару
которая уже у нас потихонечку начинается, будет самое то. Не расплываться и не сушить губы. Вишни цветут, все равно, что облака. Так красиво смотрится. Коты орут. Давно я не красила своим карандашком для губ от нашей израильской фирмы Caroline в названии Natural в номере 154. Да, девочки, отвыкла я красить, конечно, контур, но, конечно, такие карандаши нужны, когда очень текущая помада или летом. Вот думаю, сейчас еще немножечко станет теплее, и я буду пользоваться карандашами в полную силу, так что помадки, во-первых, не растекались, но, во-вторых, надо немножечко продвигать мой проект, закончить с карандашами тоже. Снять для вас это чудесное, красивейшее дерево, потому что еще денек-два, и все эти чудесные пушистики упадут вот на землю, как вот здесь лежат эти полным-полно, хотя каждый день убирают. Посмотрите, какая красота, как красиво, как это горит, просто на солнце горит, горят эти пушистики. Вот, вот. И тут весь сад, весь парк засажен этими деревьями различными. Те раньше, те позже чуть-чуть. Вот уже некоторые отцвели, а это еще горит. И шлет нам красоту. Всем здоровья и мира, самое главное, мира. Сегодня с карандашиком от Avon с линейки Glimmer Stick, да, Avon True Glimmer Stick, название Aqua Shock. Очень приятный, такой очень классный, очень нежный карандаш. В последнее время почему-то у меня получилось много голубых карандашей, но в принципе из-за того, что они гелевые, они очень быстро израсходуются, поэтому буду пользоваться всеми по очереди для того, чтобы получить удовольствие от каждого. Доброе утро! Началось донышко в пудре от Essence. Даже не ожидала, так как видите, вот сверху даже еще не стерся рисунок, а тут уже донышко. Кстати говоря, вот это пудры от Essence, они, конечно, очень быстро играющие. Хотя я вам хочу сказать, здесь не так уже и мало продукта. Здесь где-то 9-10 грамм. Но пудра довольно плотная, может, поэтому она быстро и заканчивается. Вот и пришло время домашнего самоварчика. Так, предыдущая помадка, я вам рассказываю маленький спойлер, закончилась. Помадка от Bite в названии «Чай». И изнутри я ее выковыривала еще 14 раз. Ну, а это моя помадка самовар. Это первая из них, там, где чуть поменьше продукта. Я начну с нее. Буду стараться, не цель, как бы, да, только пользоваться ей, но буду стараться немножечко подсократить, поэтому можно так визуально, да, запомнить, сколько здесь есть, и начнем. А также новости о моем карандашике Кео Дэвис, номер 23, закончилась моя темная сторона, сегодня подточила, чтобы накраситься, и все, и этот маленький кусочек вывалился. Мне повезло, что я успела докрасить глаза. Ну и вот этот кусочек, который был, как бы, да, закончился в проекте прошлого года, наконец-то закончился. Сейчас у меня в апреле. Честно говоря, я рада, что было больше темной стороны, чем светлой, так как темную я использовала чаще, поэтому я очень этому довольна. Ну а я сегодня с тенюшками от Golden Rose. Обожаю эту двоечку. Тут написано, что это в номере 311. Видите, какое у меня углубление. Вот не знаю, или развивать вот эту стенку, или продолжать ковырять вовнутрь, еще не знаю. Но когда-то мне казалось, что они очень-очень яркие. А сегодня, девочки, мне кажется, что они очень нежные, такие даже а-ля пастельные, хоть у них есть и такая легкая блестинка. Жду отпуска, чтобы дальше перебирать свои карандашики. Но пока что я сегодня выбрала помадку от Makeup Revolution в названии Sweet Talk. Сладкие разговоры.
Надеюсь, мне это на работе поможет хорошо и спокойно провести этот рабочий день.